Люди делятся на две категории. Те, которых можно слушать, и тех, которых слушать нельзя. То есть надо, чтобы люди велись за вашими словами, и вы могли их достойно повести за собой. Для этого нужно знать идиомы. Not a cat in hell's chance, not to have a chance in hell. Нет ни малейшего шанса, никаких шансов. They have not a chance of hell of privatizing the economy. They have no idea how a free market works. У них нет ни малейшего шанса произвести приватизацию экономики. Они не имеют ни малейшего представления о том, как работает рыночная система. When the chips are down, когда наступает критический момент. When the chips are down, do what you have to do. В ответственный момент вы делаете то, что необходимо делать. A tight corner – опасное, рискованное, трудное положение. The guy can fend for himself if he placed in a tight corner. Этот парень может постоять за себя в трудной ситуации. To paint somebody into a corner, to box somebody into a corner, загонять кого-то в угол, припереть кого-то к стенке. You fight to the death when you are painted into a corner unless you are provided with a reasonable way out. Вы будете драться насмерть, будучи загнатым в угол, если у вас нет разумного выхода. When it comes to crunch, когда жизнь прижмет, когда ситуация усугубится до предела, когда жареный петух клюнет. When it comes to the crunch yesterday, some people simply lost their nerve. Вчера, когда ситуация обострилась до предела, многие люди потеряли самообладание. To deal a death blow, нанести смертельный удар, прикончить, положить конец чему-то, окончательно подорвать. This could deal a death blow to the collapsing national economy. Это может окончательно подорвать национальную экономику. To be between the devil and the deep blue sea, находиться между двух огней и двух зол. He is between the devil and the deep blue sea, to swallow his pride and yield her to be fired. Он в безвыходном положении, смириться и подчиниться или быть уволенным. To go to the dogs, опуститься, разориться, плохо кончить. The company was going to the dogs when he was appointed to its president. Компания разорялась, когда он был назначен ее президентом. To be in doldrums, находиться в депрессии, в упадке. After months in doldrums, the restaurant attracts again a lot of customers. После упадка, длившегося несколько месяцев, ресторан вновь привлекает множество посетителей. To be down and out, быть бедняком, нищим, опустившимся человеком, потерять все. Having been down and out himself, he has insight in others who are down and out. He has helped many get started and then move to a permanent job. Испытав на себе в свое время трудности жизни нищего, он входил в положение тех, кто сейчас не имел ни крова, ни источника существования, многим помог зацепиться, затем и устроиться на постоянную работу. A lame duck, банкрот, неудачник. He is intent to transform the lame duck of the company into a quality car maker with series of high-image models. Он намерен превратить компанию банкрота в производителя высококачественных автомобилей, имеющих целую серию престижных моделей. To be in the dumps, быть в застое, в упадке. The economy will stay in the dumps for a long time. Упадок в экономике будет продолжаться долго. Up to once your sin по уши, по горло, с головой. He told his open he had only married her for the money, it seems that he is in debt up to tears. Он ей прямо сказал, что женился на ней из-за денег. Он, кажется, по уши в долгах. To carry on by fingertips, висеть на кончиках пальцев, висеть на волоске. There are firms already hanging on them. A fingertips who will not be able to pay that tax. Есть фирмы, висящие на волоске, которые не могут заплатить этот налог. Горе, страдания, the bitter gets beat. Попался, который кусался, пострадать от своих же действий, упасть в собственную яму. Sympathy seldom abounds when the bitter gets beat. Упавшим в свою собственную яму редко сочувствуют. Я являюсь репетитором английского языка, который отвечает за свои слова и свое дело. То есть я смогу вас научить лучше, чем в школе. Школа – это то, куда идут те, кто не могут работать переводчиками. У меня есть профессиональный опыт как переводчика и преподавателя, плюс я носитель языка. Добавляйтесь в мои контакты по скайпу и увидите. Я стоящий учитель. Всего наилучшего и гуд.